Выше голову. Куда ты их ведешь? Ответь мне. Смеагл. Почему он плачет? Смеагл, жестокий человек, причиняет нам боль, хозяин. Обманщики. Конечно, он это сделал. Я же говорил тебе, что он хитрый. Я же говорил тебе, что он лживый. Хозяин боится. Боится. Хозяин предал нас. Нет, это бизнес. Оставь нас в покое. Грязные маленькие орбитальщики. Они украли это у населения? Нет. Что они украли? Мой драгоценный.